Что за барские замашки? Отнес будильник в ломбард и еще спрашивает время. Уже 11. Как 11? Ты надолго? Что ты на меня смотришь? Ну что ты на меня смотришь? Можно подумать, что будильник спустила я. Ладно. Так, вот этому мне тут не хватало.
Очевидно, боги посылают мне испытания в этот решающий для меня день. Нет, вы только его послушайте. Боги его испытывают. Молчи, мещанка. Что? Молчите все. Почему мы должны молчать? Почему мы должны молчать? А? Я спрашиваю всех, что? Чудовище! Боже, чудовище! Открой дверь, чудовище! Почему мы должны молчать, а? За один месяц ты взял у меня прекрасный пуловер. Потому что схватил насморк на кладбище, на похоронах. Кто его звал на эти похорона? Усопший герцог, по телефону. Все понятно. Дальше он продал мой чемодан, подтвердите. Валерия, подтверди. Ты продал мой чемодан, чтобы купить себе ордена. Зачем тебе ордена? Лучше бы ты купил себе пистолет и застрелился, чтобы не мучиться. И ты испортил мой прекрасный, мой новый лифчик. Испортил, тебе не в чем было таскать арбузы, а? Спутать мой лифчик с хозяйственной сумкой, идиот. Лучше бы ты спутал дверь и окно. Шаг и не мучился. И сразу в аду, ясно? А вчера ты отнес будильник в ломбард. Зачем? Чтобы мы никогда не проснулись, чтобы мы умолкли навеки. Но я проснулась, и я не буду молчать. Нет, я не буду молчать. И вам, вам тоже не советую. Он же чудовище, чудовище. Он мой старший брат. А? И так он кого-то со своей младшей сестрой. Он хочет продать с нее все. Папе это нужно для его работы. Ты права, нежный цветок пустыни, случайно распустившийся в этом убогом жилище. Это его профессия. Профессия? Да. Да, профессия. Я потом и кровью достаю эти продукты, которые вы, сеньор Антонио, потом реализуете, имея за это огромный процент. А эти продукты — награда за мою профессию. Потому что моя профессия — гость. Черт. Сеньор из общества. Надо быть настоящим профессионалом, обладать особым чутьем и наметанным глазом, чтобы, слоняясь по городу, почувствовать, где можно заработать. Например, на свадьбе. Тут надо учитывать все. Во-первых, стороны мало знают друг друга, поэтому необходимо оказаться в толпе приглашенных, и не просто в толпе, а заставить родственников жениха считать тебя близким другом семьи невесты. Семью же невесты убедить, что я дядя жениха, и потом блистательным напором ошеломить счастливую невесту и ничего не понимающего жениха. Конечно, если бы не мое образование, не мои блистательные знания во многих областях человеческой деятельности, я бы не смог небрежно рассуждать на любые темы. Ну, например, рассуждать об эмансипации, доказывая, что она рождена мужской ленью, или тут же переходить к проблемам Ближнего Востока, одновременно пряча в потайные сетки дюжину бутербродов с икрой или бутылку коньяка. И вы считаете это не воровство? Воровство? Кого я обокрал? Ну, тех, кто вас принимает. Нет, Антонио. Принимают не меня, а сеньора из общества. И все эти деликатесы выставлены для него. Понял? Ну, по-моему, не особенно прилично пользоваться приглашением, чтобы уносить что-то с собой. Что ты знаешь о приличиях этих людей? Ты знаешь, сколько воруют они? А у меня за душой ни лиры. Эти несчастные бутерброды — единственная возможность прокормить семью. А прокат костюма? Ордена? Что, их от правительства получаешь, что ли? Надо же покрыть общие издержки. Общие издержки? Да вы что, компания по сбыту пылесосов? Общие издержки. Да, я компания. Фирма по добыче хлеба насущного. Безработный с 7-летним стажем. И раз государство отказало мне возможности зарабатывать хлеб честным путем, то я добываю его на деньги. Выручена от продажи моего чемодана. Несчастная всегда была недалекой, экзальтированной дурой. Чудовище. Ну ладно, решайте, что будем делать, мне некогда. Несите и реализуйте. Так, кстати, вы слишком часто появляетесь в моих покоях. Если я замечу, что вы по-прежнему заглядываетесь на мою жену и дочь, получишь в морду. Слушаю, сеньор Леонида. Ну, Антонио. Фьорелла, трость и перчатки. Перчатки белые?
Естественно. Привет, чистой компании. Вот дедушка. Дедушка? Чей дедушка? Ну, это я не знаю. Вчера сеньор Леонида заказывал на 11 часов. И вот он перед вами. Привет, Вилутта. О, сеньор Леонида, привет. Дед Симеона, адъютант в отставке. 94 года. Артрит, диабет, атеросклероз. К тому же совершенно впал в детство. Прекрасно. Что это за штучки? Я надеюсь, ты не собираешься оставить этого деда у нас? Почему бы и нет? У нас что, много игроков, одним больше, одним меньше? Цыц! Женщины, будете говорить только тогда, когда я разрешу. Понятно? Да, понятно. Только дедушке надо. Что ты еще придумал? Милые мои, дедушка – это часть прекрасно задуманного плана. Он всегда поет. Да нет, что вы! Достаточно сунуть, положить в рот ему жевательную резинку, и он тут же смолкает. Вот видите? Ну, вы удовлетворены, сеньор Леонида? Почти. По правде говоря, мне бы хотелось, чтобы он больше походил на скелет. На доходягу. Артрит, диабет, склероз. Он же может так очуриться в любую минуту. Идеальный вариант. Но вы его берете или нет? Да, только без этой шляпы. Не-не-не-не-не-не. В ней вся прелесть. Возможно, только снимите этот аксессуар. Не-не-не, ради бога. А то он заплачет. Заплачет? Да. Вот, смотрите. Видели? Он плачет даже с жевательной резинкой. Плачет, но не поет. А без резинки? И плачет, и поет. Беру. Сумасшедший дом! Тихо. Ты собираешься купить этого деда? Кончено! Я ухожу! Тихо. Меня хватит! Тихо! Пошли у тебя вообще! И дедушка останется, и пра, дедушка останется, и пра, дедушка! А я? А ты сгинь, ну, сестричка! Я тоже останусь! Ну, пожалуйста, ну, ты уверен, что наша квартира подойдет для столь старого сеньора? Успокойся, родная, не бросайся! Я беру его на прокат. Как на найм? Сколько? Как? На, в наймы, в наем. Да? Сколько? Грабеж. Он у тебя что, Джоконда? Сеньор Леонид, а транспорт? А жвачка? Ну, хорошо. Ты как предпочитаешь? Наличными? Наличными сию минуту. Сегодня вообще ничего не будет. Ничего, я подожду субботы. Я вам верю, сеньор Леонида, как и в Англию. Вот только выпью ремарочку за ваше здоровье. Ну нет, ничего сегодня. Ничего страшного. В другой раз. Будьте внимательны. Давай. Пустите к дедушке. Иди ты к дедушке. Товар очень хрупкий. Я пошел. Да. Да. Наконец ты объяснишь свою гениальную операцию. Сверхгениальную. Дедушка принесет нам немалый доход. Этот? Несколько грошей. Не несколько грошей, а несколько сотен тысяч лир. Несколько сотен тысяч? Сотен тысяч лир. Несколько сотен тысяч? И эта цифра приблизительно и заниженная. Вчера, выполняя свои обязанности сеньора из общества, на крестинах внука графа Кьорель де Ада, любуясь прелестным ребенком, созерцая слепительно накрытый стол, я вдруг почувствовал такое страстное желание произнести речь при голодных спазмах желудка. Я говорил долго. Я говорил о том, что знаменательное событие, собравшее нас здесь, заставило вспомнить меня одну из величайших привилегий человечества – бескорыстную помощь ближнему своему. Ваши счастливые лица, говорил я, натолкнули меня на мысль облегчить нищету страдальцев, осветив улыбкой, счастливой, радостной, благодарной улыбкой их нужду и горе. В заключении своей блистательной речи я предложил учредить
благотворительный комитет. Вот это находка. И ты основатель этого комитета? Да, основатель. Да, основатель. Основатель. Более того, я сообщил комитету, что имею на примете семью, которая пребывает в страшной нищете. Браво. И чья же это семья? Наша. Наша? Наша. Ну, ваша, ну, наша, ваша, наша. Что вы на меня уставились? Я ухожу. Мне пора отработать. Папа, ну как ты мог? Я выполнил свой долг. Стойте. На этот раз идея не так уж плоха. Плоха, да гениально. Впрочем, как все идеи Леонида Папагатта. Так. Так. Ну что ж, комитет идет сюда, и все пойдет как по маслу. Как? Куда его девать? Комитет будет здесь. Ну, конечно. Вы же должны собственными глазами увидеть те нищенские условия, в которых волочить свое жалкое существование. И тогда сердца наши разжалобятся, и мы сделаем все возможное, чтобы вызвать улыбку благодарности на ваших изможденных, обезображенных лицах. Понятно? Сам ты обезображенный. А у меня лицо красивое, и даже очень. Ой, боже мой. Валерия, это не мешает тому, что он должно стать обезображенным и изможденным. Сейчас комитет придет сюда. Как сюда? Но ведь они могут увидеть тебя здесь. И даже должны. Я основатель, пришел заранее. Ну, делайте что-нибудь. Что? Ну, что-нибудь с лицами. Должны вызывать жалость. Что мне надо? Потом. За эти лица я не получу ни лиры. Матильда, срывай занавеску. Картина начинает вырисовываться. Так, теперь там. Нет, только через мой труп. Мне нужен больной. Сестричка в кровать. Я не могу. Мне пора на работу. Ой, в театр. Сегодня театр здесь. Валерия, скажи ему. Скажи. Сортир в театре сегодня вместо тебя. Вытрет кто-нибудь другой. Не в сортире, а в туалете театра. И я одна в этом доме имею постоянный заработок и положение в обществе. Да. Ну, какое положение будет? Лежа. Так. Теперь тут. Сядь. Трагическое лицо, обхвати голову руками, распуши волосы. Почему слеза в одном глазу, в двух глазах? Перестань смеяться! Серьезно! Смотри косметику! Где у меня косметика? Ну ладно, Фьорелла! Посыпь тетушку тальком, она не похожа на умирающую! Теперь этот доходяга, куда его разворачиваю? О, да, так свист его нам! Так, ну что же, умирающая дочь, паралитик отец. Ну я. Что? Ансамбль великолепен. Тихо, это они. Все по местам. Ни слова, говорю, только я один. Если что-нибудь спрашивать, плачь. Папа, а мне что делать? Иди сюда, прячься, я тебя позову. Хорошо. Валерия. Войдите. Простите, я, кажется, ошибся этажом. Проваливай отсюда быстро! Сеньора Валерия, что это с вами? Не твое дело. Сеньор Леонида, кто это у вас заболел? Пошел. Сеньора Матильда, я принес вам туалетную Уходи. Бумагу.
по местам? Можно. Полковник, а вы? Барон! Пришли раньше нас. Ну, разница в нескольких минутах, графиня. Вот, с болью взираю на ужасающие условия, в которых живут эти люди. Умирающая дочь. Отчаявшаяся жена. Ну. Отец. Паралитик. Какая жалость. Болеть нищете, это ужасно. Несчастная. Что с вами? Что с ней? Как что с ней? Дитя мое, вы замужем? Да. Не надо так плакать. Мы ведь пришли помочь вам. О, Боже. Боже мой, здесь все плачут. Барон, вы принесли только лекарства и хотите, чтобы они смеялись. Ваш муж работает. Мне говорили, что лентяй и пьяница. Как напьется, бьет жену. Посмотрите, до чего он довел это несчастное создание. Какая безутешность, какая скорбь. Он старый солдат? Впал в детство. Результат контузии. В последнюю войну на фронте. Последнюю? Последнюю. Можно дать лет 90. Выглядит на 90. На самом деле, это мужчине нет и 50. Нервное потрясение, нужда довели до этого состояния. Что будем делать? Я предлагаю вначале осмотреть квартиру. Для того, чтобы составить себе представление о санитарных условиях жизни этих пролетариев. Вы позволите? Это естественно. А это что? По-моему, это чулан. Чулан? Здесь живет дедушка. Но здесь же даже нет кровати. Зачем паралитику кровать? Он же не встает с кресла. А там что? Где? Ну там. Милый, я здесь тоже впервые. Что я знаю. Пойдем посмотрим. Пойдемте, дядя. Милый, везде живут. Везде живут. Мне хватит. Я пошла в театр. Можно подумать, идет третий акт «Дамы с камелиями». Только причем здесь умирающая дочь. Он сеньор из общества, я умирающая дочь. И сортира, и пролить отец прелестно. Где он? Кто? Где парик? Вот твой парик. Боже, успокойся, Матильда, самое страшное позади. Теперь дело за Леонида. Представить только сотни тысяч лир. Не весь что. Но ведь для нас это целое состояние. Ложись. Что случилось? Сеньора Матильда, вам не хорошо? Так, только его-то нам не хватает. Уходи, Антонио. Уходи. А это что за клиент? Уходи, Антонио, у нас дела. Уверен, речь идет о новой проделке сеньора Леонида. Почерк чувствуется. И ваше дело к нам пришли. Уходите. А то, что я принес от лавочника, вас не интересует? Ну, понятно, от гостей вы получите больше. Совершенно верно. Если ты не провалишь дело. А, сеньор Леонида нашел простофиль и хочет их околпачить, да? Негодяй, мерзавец. Ох, ты что такое? Леона, вы видели, мерзавец. Она ударила его. Боже мой, это, наверное, ее муж. Что происходит? Пришел муж, а она ударила его. Какой муж? А разве это не муж? А это муж. Я же говорил, бездельник, пьяница. Можно вас на минуточку? Как вы могли довести свою семью до такой нищеты? Да. Мою семью? Ну, не мою же.
перестаньте пьянствовать, потом возвращаться домой и истязать эту несчастную. По правде говоря, полковник, это она ударила его. Вот именно. Когда вот именно? Вы же говорили, что это он бьет ее. Когда пьян, а когда трезв, она бьет его, и правильно делает. Минуточку. Идите и не... Минуточку. Полковник, вы вносите в супружескую жизнь размолвку. А ведь наша задача заключается не только в том, чтобы оказать этим несчастным материальную поддержку, но и чтобы внести в их жизнь спокойствие. Благородная цель, Илона. Задача в данном случае совершенно невыполнимая. Добро? Сеньор, пожалуйста, никогда не остается без ответственности. Я права, я никакого... Нет, сеньор, поцелуйтесь, и да будет им мир. Поцелуйтесь. Минуточку. Не надо целоваться. Почему? Не время. Целоваться у Адра, этой несчастной, которая мучится в агонии. А мы будем целоваться. Я же первая обрадуется перед отправкой на небеса. Целуйтесь. Целуйтесь, целуйтесь. Целуйтесь. Что будем делать, сеньор? Какого черта? Полковник ждет примирения. Правильно, полковник? Ну так как? Целуйся здесь. Ах, так. Целуйтесь. Ага. Ну, смотри. Я смотрю. Ой. Ой. Довольно. Довольно целоваться. Почему довольны эти меня? Потому что у меня масса неотложных дел. Я больше не могу оставаться в этом доме. Да, да. Поздно уже. Так летит время, когда делаешь людям добро. Ну, добра мы еще никакого не сделали. Лекарства и благие намерения – это еще не все. Давайте перейдем непосредственно к цели нашего посещения. Синь, если мы с женой мешаем вам, так мы можем уйти в свою комнату. Стоять. Не надо прикидываться. Ничего тут не разыгрывайте. Все прекрасно понимают, что вы лицемерите. Что будем делать? Мы и добродатели пришли делать добро, то есть деньги. Как я предлагаю 100 000 лир. Ваша щедрость приводит меня в восторг. Это позволит нам сохранить средства еще для одной семьи. Нет, вы меня неправильно поняли. У меня личных наличных денег нет. Я выдам чек. Вот и чудесно. Я думаю, 200 000 будет достаточно. Что? 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 Мы же предварительно оговорили эту сумму. Нет. Я, как председатель комитета, буду с вами... Странно. Почему? Это же не каждый... Полагаю, 75 000 лир будет вполне достаточно. Прекрасно. Значит, 100 000 лир. И кончим с этим. Прекрасно. Я согласна. В таком случае я тоже. Значит, каждый даст по 25 000 лир. Полковник, а потом мы же найдем. Пожалуйста, вы с ума сошли, милая. В чем дело, полковник? Как можно доверить наличные деньги этому пьянице? Я выпишу чек на общую сумму 100 000 лир. На имя этой несчастной. А наличные деньги я оставлю себе, потому что свои я оставил дома. Как ваше имя? Валерия. Валерия. Thank you.
убил его! Я убил Александра! Зачем ты это сделал? Раймондо, это правда? Ах, тетушка, произошла ужасная вещь. Николета думал, что мой револьвер не заряжен, и выстрелил в дверь, за которой находился Александра. И Александра умер? Да, тетушка. Что? Совсем? К несчастью. Мама! О, сеньора, мама. Не падайте в обморок! Я основатель комитета, помощь нужна? Сеньора, будьте любезны! Отпустите! Дайте же ей воды, выпейте воды! Он действительно умер. Сеньора, сеньора! Это попало в самое сердце. Этого еще не хватает. Александра, ваш родственник? Нет, слуга. А, да. Прискорбно. Пустите. Мама, теперь меня посадят в тюрьму. Его нужно спрятать, тетушка, а потом все устроится. Его надо спрятать, а потом все устроится. Я сам займусь этим. Пойдемте, пойдем, Никола, пойдемте, тетушка. Лучше всем уйти, здесь больная. Безусловно. Мамуша, мама. Его надо немедленно спрятать. Это не важно, тетушка. Были бы деньги, место найдете. Минуточку. Вы хотите его спрятать? Немедленно. Оставьте его здесь. Как? Лучшего места не найти. Никому не придет в голову искать его в этом утлом жилище. Потомку такого рода. Его могут схватить внизу. Неслыханная глупость. Да это гениальная идея. Понимаете? Полковник, да. Я так благодарна за все, что благодарить вы сделали для надо нас. Надо этих несчастных. Конечно, конечно. Спасибо, дорогие, спасибо, дорогие. Спасибо и вам, полковник. Я остаюсь. До свидания, я остаюсь здесь. Не беспокойтесь, полковник. Вы и так сделали больше, чем надо. Мы вас больше не задерживаем. Мне нужно установить размер компенсации. Подождите, полковник. Пожалуйста. Не кажется ли вам, полковник? Да. Неужели вы хотите, чтобы я закончил свою мысль? Вы знаете... Извольте, ступайте прочь. А я... Вы не у себя дома. А я... Господин Папагатто. Да. А, вот. Господин Папагатто, попросите полковника освободить вашу квартиру. Да-да-да. Полковник. Мы весьма благодарны вам. Мы должны остаться наедине, без посторонних. Своей семьей. Своей же. Своей семьей? Да, своей семьей. Ну что ж, своей семьей. Они хотят остаться. Это естественно. Да. Оставайтесь. Эй, полковник, не забудьте жевательную резинку. Дедушке? Да. Резинку. Жевательную резинку. Жевать буду я. Ой, дядя. Ой, thank you.
Нет, это не будет. И чтобы не Кити по имени Антонио. О, мам, по-моему, это тебе. Да. Немедленно прекратил ходить петухом и оставил мой дом, так как, по моим наблюдениям, он все еще продолжает разыгрывать из себя мужа. А иначе произойдет землетрясение. Ой, напугал. Которое напоминает собой стихийное бедствие. Мам, еще раз напоминает, смотри. Да. Строжайшая дисциплина. Стихийное бедствие. Ну, слушай. Слушай. Во-первых, о своем прибытии домой я извещу тремя ударами в дверь. Ах, тремя ударами, запомни. Тук-тук-тук. А во-вторых, при этом сигнале мы должны закрыть Никола в другой комнате, дав ему понять, что пришла полиция. Выполнять мои указания неукоснительно. С почтением, Леонида Папагатто. Могли не подписываться. Такой может написать только твой отец. Но если он придет сюда и его здесь увидит, что мы будем делать? Ха! У него в кармане 100 тысяч лир. Может устроиться где угодно. Зови сеньора Никола. Сеньор Никола, выходите. Ой, да вы весь дрожите. Да. Да, мне действительно страшно. Что такое? Нервы у меня на пределе. Боюсь, не совладаю с собой. Сеньор Никола, успокойтесь, садитесь. Мы вас сейчас накормим, а потом будем спать. О, господи, опять! Потащите. Фиорелла, чулан. Чулан, быстрее. О, мама мия. Фиорелла. Да, мамочка. Дверь. Бегу. Здравствуйте. Ах, это вы. Не беспокойтесь, это моя дочь. О, где Николетто? Николетто мы спрятали. Мы не знали, кто стучит. Зови Николетто. Сейчас. Проходите. Как себя чувствует кузен? Ужасно, весь расстроен. Мама! Мама! Николетто! О, как ты себя чувствуешь, сокровище мое? Ужасно, мама, ужасно. Успокойся, дорогой. Все образуется. Раймондо сделает все возможное. Никола, ты должен освободиться от навязчивой идеи. Иначе сойдешь с ума. Я этого-то и боюсь. О, не говори так. О, как ты здесь устроился? Хорошо? Хорошо. Все они очень милые. Что бы это могло быть? Что? Стучат. Стучат? Фиорелла, ты слышала стучат? Нет, не слышала. И я не слышала. Вам показалось. Видишь, у меня галлюцинации. Мама, у меня галлюцинации. Вот, вот, опять. Нет, успокойся, дорогой. Это не галлюцинации. В дверь действительно стучат. Да. Три удара. Ах, три удара. Тук-тук-тук. Три удара, ты слышишь? Идиот, кретина. Простите, кто? Старик. Деревяшка. Лоб. Пепел. Стучит. Сосед курит трубку и стучит. Но ведь стучат в дверь. Ах, в дверь. Да, в дверь. Хм. Теперь я слышу. Стучит дверь. Сеньора, ну, спрячьте его куда-нибудь. Фиорелла, к Матильде. Сеньор, пойдем. Не беспокойтесь, сеньор. Все будет в порядке. Можете открыть, сеньора. Сеньора, успокойтесь, успокойтесь. Я полагаю, что это ни к чему. Уважаемая сеньора, по-моему, тот, кто стучал, уже ушел. Он ушел. Я слышу. Он спускается. Спускается вниз по лестнице, да? Сеньор, знаете, есть такая пословица. Заставь дурака Богу молиться, так он и лоб прошибет. Знаете, а? Нет, не знаю. Если человек дурак, то это навсегда. Входи! Те! Полковник, вы... Как, в такое время? Я, да. Ой, осторожно. Ну, я шел от Вермании. Их деда произвели в кардиналы. Дай, думаю, зайду в эту очаровательную семью. А где Никола? Никола? Да. Он у Фиореллы.
Они познакомились прекрасно. Как он себя чувствует? Ужасно, полковник. Прекрасно, прекрасно. Да? Кстати, полковник, да. Вы не знаете, какие должно быть вознаграждение для этих важных людей, оказавших гостеприимство? Знаю, знаю. 30 тысяч в день. Простите, 30 тысяч в день? Что, много? Нет, ну что вы, я полагала, будет гораздо больше. А, да? После обеда я уже дала 50 тысяч лир. Кому? Конечно, мужу. Ну, все, этих денег мы уже никогда не увидим. Но я и не собираюсь их больше видеть. Ну, вы, да, но извините, я... полковник. Да. Сеньора, ваш муж дома? Сейчас? Да. Он в спальне. Где? В спальне. Я здесь, полковник. Ну, посмотрите, до чего мы дожили. В спальне жены. Да, своей устраиваются оргии. Какие оргии? Полковник, о чем? Я не понимаю, чему вы удивляетесь. Да он же в нижнем белье. Ну, в своей спальне он может ходить в чем угодно. Кстати, там и отец, дедушка. Отец там. Да. Простите, полковник, мне необходимо поговорить с этими милыми людьми, а времени... Посмотреть, что они... А времени у нас мало, так что я прошу вас... Они могли задвинуть его за ширму. Стой за ширмой, дедушка вообще ничего не увидит. Что с вами? Сеньора, ведите себя прилично, сеньор. Что делает дедушка? Что может делать дедушка? Он же паралитик, дедушка! Дедушка паралитик. Да. А этот двигается хоть куда. Идиот. Возьми себя в руки, то все провалишь. Сейчас. Гад. Сеньор Папагад. Сеньор Папагад. А? Я хотел бы с вами поговорить. К вашим услугам, сеньор. Прошу. Речь идет о сугубо конфиденциальном деле, которое должно остаться между нами. Понятно. Естественно, оно хорошо оплачивается. Если доброе дело, это за хорошие деньги. Что я должен делать? Спрятать в вашем доме одного человека. Всего на одну ночь. Понятно. Значит, еще одного. И опять здесь. Угу. Кто этот человек? Александр. Александр. Кто? Александр, слуга. Но он покойник. Ну, естественно. Но если мы объявим о его кончине, начнется следствие, тогда у Николета могут быть неприятности. Да, ну, знаете, видите ли... Он покойник, а похищение трупа, сеньор, я очень сожалею, но я на это дело никогда не пойду. Тысяч, не пойду. 200 тысяч лир. Но если доброе дело, да за хорошие деньги. А еще одного покойника у вас нет? Нет. Понятно, прошу. Кажется, Николета успокоился. Не очень этому верьте, тетушка. Шок был слишком сильным. Во всяком случае, вы идите отдыхайте, а я еще здесь... Здесь останусь. Я уложил дедушку в постель. Там ему будет спокойнее. Полковник, потрудитесь проводить тетушку. Доброй ночи, тетушка. Идемте, сеньора. Гад. Так вот. Надо сходить за чемоданом с останками бедного сеньора Александра и принести его сюда. А завтра в 5 утра я вернусь за ним. Авансик? Держите, здесь 100 тысяч лир. Понятно. Остальные 100 тысяч в конце операции. У вас есть катафалк? У меня есть машина. Понятно. А как с упаковкой? Покойник в чемодане. Пошли. Пошли. Антонио, Леонида, ты куда? Я ненадолго отлучусь с сеньором Раймондо. Зачем? Мы принесем небольшой чемоданчик с личными вещами сеньора Никола. Идиот. Ты же не одет. Я переоденусь у себя. Очень жаль, сеньор Никола, что мы не смогли разместить вас поудобнее. Нет, нет, мне будет хорошо. Сеньор Никола, прошу вас. Да-да. Боюсь, только не смогу заснуть. Надо сделать усилие. Вам нужен отдых. Постарайтесь забыть. Это невозможно. Ночью страшнее всего. Мне кажется, что я сойду с ума. Сеньор Никола, я вам постелила, можете ложиться. Спасибо. Да, это пятно крови на груди Александра. Кошмар. Конечно, мне не заснуть. Не беспокойтесь, не беспокойтесь, все будет в порядке. О, боже мой. Кардинал. Средство против бессонницы и возбудимости. Это то, что нам надо. От 2 до 4 таблеток в зависимости от назначения врача. До 4? Да. Даем 6. Наверняка.
О, сеньор Никола, выпьем лекарства, 6 таблеток. Так, 1, 2, 3, 4, ну, 6. Ну, теперь вы будете спать, как убитый, спокойной ночи. Спасибо, сеньор. Твой отец сказал, чтобы ты спала там. Мама, там? Да, я мама, но ты же знаешь его характер. Что, там... туши свет, иди спать, все. Спокойной ночи, сеньор Никола. Спокойной ночи, Фьюрелл. Спасибо. Значит, я ровно в 5. Валерия! Чего тебе? Фьюрелла спит.
Спит. А твой муж? Он ушел. Отлично. А, ты что, совсем свихнулся? Ну и что, надо пользоваться, пока мы супруги. Ты подлец! Вон отсюда! Александро, ты убил меня, убил! Никол, Никол, ты спишь, что ли? А? Мой призрак отомстит тебе за меня. Он будет тебя преследовать до тех пор, пока ты не сойдешь с ума. Антонио. Какой Антонио? Он давно ушел. Не верю. Я буду здесь спать. Где здесь? Здесь сплю я, понял? Тогда я буду спать в чулане с открытыми глазами. Прекрасно. Спокойной ночи. Что случилось? Откуда этот сундук? Да сундук притащил Антонио. Антонио. Да, там вещи этого юноши, понял? Вот оно, женское коварство. Все, я буду ночевать здесь, подушку. Интересно, в чем ходит этот мальчик, что на нем доспехи предков? Это так? Ну, все сюда. Наблюдательный пункт выбран? Так. Мой генерал, ваше приказание выполнено. Если у вас нет других желаний, я удаляюсь. Подожди. Не трогай меня. Ты подлец. Я тебя сейчас добавлю. Я не просил пить. Сегодня у меня другая жажда. Другая жажда? Да, жажда чести и женской верности. Пусти! О какой чести и верности ты говоришь, подлец? За 20 лет ты не смог собрать деньги на нашу свадьбу. Я свободная женщина. Да. И буду спать с кем хочу и где хочу. Понял? Мерзавец! Спи! А я посмотрю.
Тихо. Я сеньор Леонида. Я Антонио. Зачем пришел? Кто? Ты. Я? Да. Убью! Дело в том, что я принес сеньора Раймонда вещи из чемодана. Проломлю череп. Не надо. Раз, два. И нет человека, покойник уже в гробу. Да что? Покойник уже в гробу? В гробу, в гробу. А я думал, это тайна. Об этом никто не должен был знать. Но вы не волнуйтесь. Вы не останетесь без своей половины. Все должно быть честно пополам. Как только закончим, 100 000 лир будут наши. 100 000 лир? Да, обязательно. Как только... Тебе, мне? 50 вам, 50 мне. Как только отнесем... Отнесем что? Александра, слугу. Где он, где этот покойник? Да под вами, где в чемодане. Где-то подо мной, в этом чемодане вот. Покойник. Именно в этом. Но сеньора Чибар вам все рассказала. Сеньора Чибар много мне что рассказала. Объясни мне, что делает труп слуги в закрытом чемодане в моем доме? Ждет. Что? Ждет. Последнего суда? 5 часов утра. В это время сеньор Раймондо приедет и заберет его. А живым... Вы даст по 100 000. А, нет. По 100 000. 50 вам, 50 мне. Минуточку, бандит. 20 тебе, 80 мне. Согласен, покойник мой, он в моем доме. Дано принес его я незаконным путем. Почему? При помощи шантажа ты влез в мой дом и теперь торгуешь здесь трупами. Покойник мой. Ладно, ладно. Тогда сами и отдавайте его сеньору Раймонду. А заодно и скажите, каким образом вы оказались в этой квартире в 5 часов утра? Спокойной ночи. Минуточку. Что? Подлец, мерзавец. 30 тебе, 70 мне, согласен? Согласен. Вы же хозяин. Встану в 5 утра и буду вас поджидать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Брат, мерзавец. Как он мне... Убийца! Убийца! Ну, проклятый же ты убийца, ну! Ну, я Александр, я Александров! Александр, я, ты убил меня, ты меня убил, так, ну, а? Фиорелла? Ты не спишь, Фиорелла? Кто там? Я спрашиваю, кто там? Мальчик. Что? Что случилось? Кто? Что? Выпусти! Леонида, ты? Ты меня закрыла? Я? Я только что вернулся. Кто меня запер? Сказать мальчику, чтобы он не спался. Кто же меня запер, а? Непонятно, но прямо как в Гамлете. Призрак, здесь призрак, здесь призрак. Опомнись ты со своим театром! Кто же меня запер? Леонида Папагатта в собственном доме, в личном сортире. Дожили. Успокойся, Леонид. Мразь. Что? Я? Тварь. Кто? Щука, я? Акула, шакал. Кто? Антонио. Леонид, неужели кто? Проник? Спит одна. Странно. Кто? Валерия. Валерия, ты куда? В моей комнате? А почему она спит в моей комнате? А я где буду спать? Я буду спать в чулане, да? В чулане сплю я. Ну хорошо, я буду спать наверху. Там дедушка с Фьереллой. А ну, значит, я туда. Там мальчик. Так, я нигде не буду спать. И вообще, просижу всю ночь на этом чемодане. Не надо садиться на чемодан. Не надо. Он такой хрупкий. Не трогай чемодан, там вещи мальчика. Вещи мальчика. Не надо вещи мальчика. Я только отодвину его в сторону. Не надо двигать. Он загораживает. Не надо. Я. Ну, двигай. Поставь. Подними еще раз, а? Ты хочешь, чтобы я ночью занялась физикой? Я ко всему привыкла. Вот. Еще. Он что, такой легкий? Он очень легкий. Ты стой. Ой, тоже такой день. Успокойся. Успокойся. Меня украли покойника. Какого покойника? Труп. Какой труп? Стоимостью в 70 000 лир.
Ну, Антонио. Он сошел с ума. Он сошел с ума. Ой, как жалко. Антонио, Антонио, Антонио! Ну, что еще? Хотите посмеяться? Что случилось? Труп исчез. Она. Покойник ушел. Куда спрятали? Да не я, сеньор Раймондо, в чемодан. Раймондо, в чемодан. Посмотрите. Он закрыт, на ключ. Да, я сейчас открою и без ключа. Прошу. Пресвятая Дева. Труп исчез. Да, труп исчез. Его надо вернуть. Понятно. Значит, вы хотите вернуть сами. Мерзавец, жулик, где покойник? Это вы мне скажите, где покойник? Сеньор Леонида! Я сейчас выну вам покойника, сеньор Антонио, как кролика из клетки. Да бросьте! Бросьте, сеньор Леонида! Уж я-то знаю, покойник у вас! Я знаю, куда вы его спрятали! Как будто я не знаю, куда он его спрятал. Мама! Ой, мама! Ой, Тильда! Что тебе нужно? Мне нужна кровать! Представь себе, мне тоже! Что происходит? Мамочка! Мама, ей нам нужна кровать! Ой, кто поет? Благодари своего любимого папочку! Это он пристроил его к тебе! Ой! Сеньор Никола, пока единственный человек, который не сошел здесь с ума. Ничего. Совершенно ничего. Ну? Нет. А вы? Тоже нет. Тоже ничего. Папа, я хочу спать! Папа! Нет, а мы... Что? Что вы ищете? Вот. Покойника. Что? Мы ищем покойника. Что? Покойника. Они оба сошли с ума. Папа, что ты говоришь? Ну, деточка моя, ну что тут непонятно? В этом чемодане был покойник. Сейчас открываем, покойника нет. Покойника? Да. А кто же он, а? Очень ценный труп. А кто? Ценный. Сеньор Алессандро. Да, слуга. Покойник сеньора Никола. Вот. Ты слышишь, Матильда? Все понятно, Валерия, это правда. Вот поэтому, да-да-да-да, в этом чемодане был покойник, да-да-да-да. О, боже мой. Ой, Матильда! Стой, помоги же! Не плохо! Сожалею, но сеньора Папагатто нет дома. Чего? Не двигался, понял? Какой мальчик? Ну ладно, потом. Боже мой, боже мой. Какое несчастье. Мамочка, ничего страшного. Как это, не расстраивайся. Нормально. Прошу. Ой, Николай. Сеньор Чибор. Сеньор Борджа, крупнейший специалист в области хирургии. Пожалуйста. Я рада видеть вас, доктор. Жаль, что мы побеспокоили вас. Что вы, сеньора, я весь день с утра до вечера в заботах. А это для меня просто халтура. Это такая натура. Больница, посещение,
Здравствуйте, профессор. О, доктор, это не займет у вас много времени. Я думаю, что мы должны рассказать о причине травмы. Да, что случилось? Да, пожалуйста. Доктор, дело в том, что я совершенно ничего не помню. Он совершенно ничего не помнит, потому что он не может помнить. Это была ночь, вы понимаете, он спал. А потом он упал на лестнице, а я там стояла у двери и варила валяется на лестнице. Узнать, что происходит с моим сыном. Ну, а для чего же я здесь? Не правда ли, полковник? Ну, конечно, да. Ну? Ассистент, который накладывал гипс, вот, пожалуйста, написал. Ага. О, доктор, каков диагноз? Как это? Состояние больного. А, состояние. Это вам заключение. Кому мне? Медицинское. Дисторсия наклонного характера в области бедра в сочетании с продольным. Не-не-не-не-не, это не опасно. Это не опасно. Просто неразборчиво написано. В сочетании с продольным, продольным перемолом. Переломом. Да, конечно, написано все-таки перемолом. Перемолом. Ассистент писал. Продольным переломом берцовой кости. 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 Написано, да. Кости? А что? Как вы думаете? Какое ваше мнение? Мое? Абсолютно никакого. Вот видите, сеньора, все прекрасно. Он абсолютно ничего не думает. Я думаю, вы должны захотеть сами осмотреть пациента. Ага, как это? Больной мальчик. А, молодой человек, это вы пациент. Ну, конечно. А что вы думаете о гипсе? Как наложен вот гипс, хорошо? Ну, посмотрим. Да, а это что за хреновина такая? Это не хреновина, это устройство. У нас в хирургии это называется хреновина. Это в политике, в промышленности, да, устройство. Ну что, вот мне вот это вот устройство. Гипс. Хреновина. Гипс. Да? Вон гипс. Нет, что вы думаете о гипсе? Гипс, молодой гипс. Человек. У вас превосходный гипс. Хороший. Вот. Он абсолютно белый. О, доктор. Благодарю вас, доктор. Значит, я могу увезти своего Николетту? Конечно. Нет, ни в коем случае, что вы, никаких движений. Это малоберцовый, это же кость. Она может не верить, потому что она у меня подруга. Очень опасно, если вы берете. Я думаю, не через 40, профессор. Я думаю, скорее. 37 и 2. 2, если, конечно, будет нормальная температура. И вообще-то я пошел, так что вот. Где мой портфель? Вот, шляпа. Ага. Меня ждут, да, в пивной. А, пациенты. Доктор, гонорар. Гонорар что? Размер вознаграждения. А, 300 на наличными. Сколько? За такси 300 и 20 тысяч за визит. 20 тысяч? 20 тысяч. 20 тысяч за визит. 20 тысяч, сеньора. Спасибо. Спасибо вам, да, профессор. Да. Спасибо. Вот вам гонорар. Да. Большое спасибо. Огромное. Если будет какая-то нужда, не только нога, руки, голова, спасибо, зубы, спасибо, я всегда к вашему услугам. Прошу, профессор. Николетто, мне необходимо вернуться. Раймондо заждался. Он ведь ничего не знает о случившемся. Угу. Будь осторожен. Мамочка, приходи еще. Угу. Мне, к сожалению, тоже пора. Деловая встреча. В административном совете ассоциации владельцев недвижимого имущества. О, конечно, полковник. Огромное вам спасибо за все. Не за что. Дорогая, я жду вас сегодня к обеду. Спасибо, сеньор, вы очень любезны. О, совет уже зовет. До свидания, сеньор Валерия. Синяина, до свидания. Не болейте. О. А я иду переодеться к обеду сеньоры Чипор. Мама, ты не будешь против, если мы поставим пластинку? Конечно, деточка. Разве вы не пригласили меня на этот танец? Конечно, сеньорина.
Давайте потанцуем. Осторожно, Никола, нас могут увидеть. Да? Ах так. Ой. Я не могу двигаться. А ты этим пользуешься. Какой серьезный вид. Вот дело в том, что тот, кого ты считаешь моим отцом, вовсе мне не отец. Как? Разве сеньор Леонида не твой отец? Отец, но сеньор Леонида совсем не тот, о ком ты думаешь. А кто же сеньор Леонида? В данном случае сеньор Леонида Антонио, наш сосед. А, не понял. А мой папа полковник. Он и есть настоящий сеньор Леонида. Полковник профессии моего папы. Понял? Он полковник? Да нет же, он гость. А сеньор из общества его профессия. Как? Гость? Он же... Слушай, он же гениальный артист. Ты не очень расстроился? Да наоборот. Я просто в восторге от него. Каков актер? Да нет, он просто очень умный и добрый человек. И я его обожаю. Я тоже. Правда? Правда. Что это еще за история с поломанной ногой? Фьорелла с тобой поздоровалась, Раймонда. Да. Здравствуйте. Никола. Никола, я ведь очень волнуюсь. Я успокоюсь только тогда, когда ты будешь в надежном укрытии. Я его нашел. Извините, сеньора Раймонда, за вмешательство, но Никола нельзя отвинчивать от этого кресла. Сеньора Никола, меня не интересует ваше мнение. Но я вам его сказала. Я твой опекун. Ты должен мне повиноваться. Никола должен слушаться только врача. Доктор. Ты убил человека. Случайно. Совершенно случайно. И кто посмеет его осудить? Да что вы раскудахтались? Да что? Как ты смеешь оскорблять девушку? Вы не имеете права нас оскорблять. Мой маленький Николетта, неужели ты не понимаешь, чего они хотят? Эти люди хотят только одного. Чтобы удержать тебя здесь как можно дольше и вытащить из нас как можно больше денег. Это же мерзавцы. Никола! Ты сам вы мерзавец. Шакал! Вот вы кто! Акула! Верблюд! Тьфу! Да как вы смеете, вы... Молчите! Калигула! Что происходит? Замечательно. Полковник, я пытался объяснить им, что Николетта подвергает себя смертельной опасности, оставаясь в этом доме. Совершенно справедливо. Вот видишь, Никола, полковник разделяет мое мнение. Тебе необходимо немедленно покинуть эту квартиру. Не так ли, полковник? Нет. Как? Нет. Да вы что, смеетесь надо мной? Да. Довольно, полковник. Не вмешивайтесь ни в свои дела. Дорогой Никола, вы молоды и сверхчувствительны. Но через месяц вы станете совершеннолетним. Я поздравляю вас. Молчи. И вступите в права наследства. Поздравляю. Молчи. Молчу. Так что вашему уважаемому кузену-опекуну нужно будет отдать отчет об опекунстве. И сделать это ему будет очень трудно. Потому что он игрок. И все ваши деньги промотал. Для этого он и затеял это убийство, чтобы окончательно избавиться от вас. Об этом рассказал мне Алессандро. Как? Алессандро жив. Что? Да он жив. Он жив.
Он жив. Когда я сегодня ночью оживил его и припер к стенке, он рассказал мне о замысле Раймонда. Алессандро признался, что получил от Раймонда в качестве задатка 1 000 000 лир. Все, что осталось, очевидно, от вашего состояния, Никола. Ты не мог этого сделать. Он не мог этого сделать. Я не могу в это поверить. А ты не должен этому верить? Все это коварные измышления этого ничтожного типа. Полковник, у вас богатая фантазия, но нет доказательств. А чемодан? А в нем 27 дырочек. Молодец. Пусть даже кто-то и был в этом чемодане. Кто может доказать, что это был Алессандро? Кстати, где он, Алессандро? Замечательная идея, полковник. Но вам не достает главного героя. А вот это вам недостаточно? Нашли время для шуток. Ну что ж, придется предъявить главное вещественное доказательство. В виде болвана. Угу. Сеньор Папагатто. Распакуй. Сеньор Папагатто. Почему вы разрешаете с собой так обращаться? Почему позволяете командовать в своем доме этому бандиту? Что, это все? Ну, так знаете, этот человек – любовник вашей супруги. А вы совершенно правы. Я не жена, а всего-навсего сожительница этого сеньора. Хотя у меня с ним уже взрослая дочь. Угу. Говори. Дело в том, что я не сеньор Папагатто. Сеньор Папагатто он. Не понял? Полковник? Вы что, все из полиции? Я же вам дал 200 тысяч лир. Сколько? А мне сказал 100. Папа! Да-да, мы еще поговорим об этом. Так значит, это правда. Ну, если бы я мог двигаться. А что мешает вам двигаться, сеньор Никола? Нога у вас цела, и вы можете идти. Мы вынуждены были это сделать, чтобы защитить вас. Ах так! Ну? Спасибо. Никола! Вон отсюда. И чтобы я никогда тебя не видел больше. Никогда. Не расслышали? Перчатки? Белые? Естественно. Спокойно. Я сам. А ты, сморчок, проваривай. И чтоб ноги твоей не было в моем доме. Если когда-нибудь я тебя здесь увижу... Молчи. Молчу. Пошел. В стирку? О, папочка, ты великолепен. Вот видишь, Никола, какой у меня папа. Почему-то на ты с Никола. Ну, понимаешь, пап... Полковник, простите, сеньор Папагатто, видели, в чем дело? Мы любим друг друга. Я хотел бы жениться на Фьорелле. Как? Мама! Мамочка! Мамочка, я так счастлива, милая! Как я счастлива! Фьорелла, поздравляю! Никола, поздравляю! Как я счастлива! Леонид, мы породнимся со знатными сеньорами! У нас будет свой герб! Сестричка, будет свой герб. У тебя уже есть герб! Какой? Даже два. Же и мэ на фоне двух нолей. Чудовище! Ты же чудовище! Ну, помолчи. Молчу. Вы так и не ответили, сеньор. Надо подумать. Фьорелла, осторожней. Фьорелла.
Ну, что же надеетесь на прием по случаю закрытия симпозиума виноделов? Откуда деньги? Я же выпустил Алессандро. Покойник в благодарность выложил 1 000 000 лир, теперь это приданное Фиореллы. Спрячь подальше, не трать ни лиры. Да но ведь эти деньги принадлежат сеньору Николу. Ну, конечно. Он получит их обратно из брачной корзины Фиореллы. Если женится на ней. Он женится на ней. Он просил у меня ее руки. Так почему же ты сразу не ответил «да»? Да потому что у меня есть достоинство. А, достоинство. А у меня? Ты родилась в Палермо? Что? Надо в мэрии запросить твое свидетельство о рождении. Зачем? Я хочу назначить еще одну свадьбу. Леонида, ты делаешь мне предложение? У нашей дочери должны быть в порядке документы. Я люблю тебя, Валерия. Рано уходишь? Рабочий день, как всегда. А я буду ждать тебя. Даже если ты придешь очень поздно. Но ведь ты не придешь очень поздно, а? Не очень. Не очень. Валерия. Я тебя очень прошу, не говори соседям о нашей свадьбе. Ну, пусть все будет в интимном кругу. Мне не хочется, чтобы на свадьбе Леонида Папагатто вдруг оказался случайный гость. Пусть даже... из высшего общества. Скандал вдруг жениться.